Всім привіт! Заняття спортом, окрім сильного та здорового тіла, дарують додатковий заряд енергії та позитиву. Тому сьогодні професійний тренер та бодібілдер, автор методик спортивних тренувань та здорового харчування Тимур Мазур покаже нам комплекс спортивних вправ, які ви зможете робити разом із нами. Вітаю вас, Тимуре! Здравствуй, Анюта! Здравствуй! Вправи, на які м'язи ми будемо сьогодні робити? Часто задають вопросы, особенно женщины, как увеличить размер груди, как ее сделать более сформированной и красивой. Конечно же, за счет выполнения определенных упражнений. И я вам гарантирую, что как минимум на один, а то и на два размера можно увеличить объем груди. А для мужчин сделать ее более широкой, более сильной. Да, что придаст мужественности. А то ж давайте перейдем до прав. Да, поехали. Методика это называется принцип баллистический. То есть мы будем выполнять по такому принципу, что мышца нужно всегда преодолевать некое упорство. То есть всегда выказываться максимально. То есть балансировать всегда на максимуме. Нам понадобится... В моем случае блинчики, в Анютином случае специальные такие упоры, которые позволяют нам как можно глубже опускаться. Это один из тоже важных принципов для того, чтобы позволить нашим мышцам груди больше растянуться. В вашем случае, друзья, подойдут книги. Можно взять книжки, которые вы вечером читаете, умные книжки, положить под одну руку и под другую. Нужно так сделать, чтобы упор наш был немного шире плеч. Ну и да. Задержали. То есть толчок не только в самом начале, а на протяжении всего подъема. Медленно опустились. Собрали силами. Вытолкнули, задержали. Следующее упражнение у нас второе. Это также отжимание, да, потому что это является лучшими упражнениями для развития мышц груди. В большей степени второе упражнение ориентировано на то, чтобы развивать внешнюю часть груди больше, от этого она становится более массивной. Это появление. Ручки максимально широко. Вот так. Пошире, чем в случае с предыдущим разом. Опускаемся вниз. Максимально практически касаемся груди. И невысоко. Раз, дополнение. Третье упражнение – это также частичные повторения, которые помогают развиваться в большей степени внутренней части груди. Это очень красиво, эстетично. Сгибаем в локтях, но в большей степени отводим плечи назад. А теперь выталкиваем и плечи выдвигаем вперед, тем самым находя максимально грудь и именно фокусируя внимание на развитии внутренней части груди. Снова опустили, частично поднялись. Напрягаем. Обязательно на верхней точке задержимся. Раз, задержались. Как бы сводим плечи перед собой. Опа! Развели стороны. Опа! Следующее упражнение. Нам нужно растянуть максимально мышцы груди. Друзья, для вас подойдет прекрасный это дверной проем. Где нужно максимально потянуть грудь. Но в нашем случае есть я помогу Анюте потянуть максимально мышцы груди. Вот так. Задержимся на минуту, на две, для того, чтобы почувствовать максимально. Вот это упражнение. Для того, чтобы была правильная осанка, нужно выполнять правильное упражнение для спины. Для того, чтобы четко была осанка и всегда была грудь в правильном положении. Итак, выполняем упражнение лежа. Ложимся, ручки вдоль тела. И поехали. Выдох, задержали. Вдох. Выдох, задержали. Вдох. Казалось бы, вроде бы спинка, но как очень важно развивать эти мышцы для того, чтобы держать правильную осанку. Тож, шановні друзі, як бачите, ці вправи не займуть у вас багато часу. Але якщо ви будете виконувати їх регулярно, то зможете домогтися значних результатів. На цьому ми з вами прощаємось. Бувайте здорові!